Несколько учеников школы номер 29 в Чите пожаловались на боль в животе еще 30 марта. После этого родители подняли панику, ведь сразу у нескольких школьников были признаки острой кишечной инфекции. После жалоб родители в прокуратуру и Роспотребнадзор у детей взяли анализы и начали проверку по факту отравления. Факт отравления не подтвержден. У детей были взяты анализы. Анализы сейчас полностью еще не обследованы. У сотрудников наших пищеблока, у моих коллег, у контактных детей были взяты анализы. Все анализы показали отрицательный результат. Результаты проверки будут через несколько дней, но директор учреждения предположила, что ученики могли отравиться дома или в любом другом месте. Ведь ротавирусные инфекции передаются не только через пищу, но и контактно-бытовым путем. По рекомендации Роспотребнадзора проведены все дезинфекционные мероприятия в этой школе. Обеспечивается контроль состояния и помещений. Помещение не только столовой, но и учебного кабинета, где эти дети обучались. Также в спортивных залах используются рециркуляторы сейчас очень активно. Вот все, что нам прописано Роспотребнадзором, администрация школы было сделано. Сейчас Роспотребнадзор проводит лабораторные исследования отобранных проб воды, продуктов и объектов из пищеблока, чтобы установить точные причины отравления. Екатерина Бакшеева, Никита Дроздов, РТК Забайкалье.